Итак, комбинация для ягодичных, мостик на одной ноге и потом двумя. Итак, одевайте резиночку. Резиночка на данный момент пока не будет включаться в работу, но она будет работать потом. Итак, делаем мостик одной ногой, то есть выталкиваем попу наверх, зажимаем максимально вниз и вверх, делайте по 10 повторений. Опять же, в зависимости от вашего фитнес-уровня, вы можете добавить рабочий вес и работать здесь. Ложится вес на бедро, и вы делаете с весом. Сделали 10 повторений одной ножкой, поменяли нож. Делайте 10 повторений другой ножкой. Опять же, выталкиваем максимально ягодичный наверх, зажимаем. Хорошо. Делайте опять 10 повторений. Теперь ставите ножки широко, резиночка натянута. И делайте здесь мостик теперь двумя ногами. Поехали. Также 10 повторений вниз-вверх. Если вы чувствуете, что есть достаточно сил, можете добавить рабочий вес и делать с весом. Отлично. И также делайте 10 повторений. Хорошо. Также вы можете здесь добавить комбинацию разведения ног сидя или разведения ног наверху. Допустим, сейчас покажем разведение ног наверху. Делаешь пульс такой. Да, сведение, разведение. Отлично. Тут также включится средняя ягодичная. Вот такая комбинация. Попробуйте. Жду ваших отзывов.